Темноты, высоты, войны и смерти. Чего боятся дети? Свои страхи они писали на специальной доске, чтобы потом эти листы снять с панно и избавиться от тревог. Таким флешмобом начался праздник по случаю прибытия в Самару гостя необычного – капитана доверия. Его корабль отправился из Казани и пришвартуется к причалам 9 городов. В каждом капитан делится с детьми и подростками своей историей о несчастной любви, дружбе, отношениях с родителями и сверстниками. И как когда-то ему помог справиться с проблемами душевными – детский телефон доверия. Потом я слышал несколько голосов тех людей, которые работают на детском телефоне доверия, и все они располагают себе, все они позволяют узнать, что именно им можно доверять, и все они позволяют даже на начальном этапе как-то успокоиться и перейти к решению своих проблем. Акция призвана рассказать детям и родителям о службе экстренной психологической помощи «Детский телефон доверия». Его номер 8 800 2122. За почти 10 лет работы специалисты-психологи провели больше 9 миллионов консультаций. За помощью из Самарской области обратились 97 тысяч человек. Каждому подход индивидуальный. Рассказать можно о любой проблеме. Поскольку большинство звонков все-таки от детей и подростков, 60%, то у них, конечно, лидируют проблемы именно взаимоотношения со своими сверстниками. Это дружба, это принятие и непринятие в коллектив, там, в новую школу. К сожалению, это и проблема травли, какой-то кибербуллинга, травли в соцсетях. Это, конечно, взаимоотношения с противоположным полом. Сегодня к номеру подключены больше 200 служб психологической помощи по всей стране. В 66 регионах телефон доверия на связи в круглосуточном режиме. Все звонки бесплатные, абсолютно анонимные. Можно даже имя свое не называть. И аудиозапись разговоров не ведется. Каждый звонок наши консультанты, которые обучены уже не раз в Москве, в Перми, в Астрахани, конкретно разбирают каждый случай абонента, и каждому ребенку или каждому взрослому относятся индивидуально. О телефоне доверия рассказывают в игровой форме. Для детей устраивают игры и конкурсы. Из Самары корабль капитана доверия отправится в Сызрань и завершит путешествие 16 июля в Волгограде. Марина Кравцова, Максим Гусев. События.